Вот так с песнями и танцами жители многоквартирного дома по улице Гоголя 134 субботним утром дружно отмечали праздник День соседей. Искренне, радостно, так как и живут долгие годы в этом доме. Мы дружим. Мы первые годы вообще, когда нам было еще чуть-чуть, уже прошло уже сколько, с 92-го 25 лет, да, праздники отмечали все вместе. Я думаю, дружный дом. Старожилы всех жильцов дома знают, о каждом могут рассказать немало, но больше всех, по-хорошему, достается председателю Сергею Лопаткину. Замечательный человек, в любую минуту идет на помощь, решает именно наши проблемы. И человеком этим я очень горжусь. Неравнодушный, активный, время показало, то, как живет дом, во многом зависит от домкома. Сергей Лопаткин добавляет, действует сообща, вместе с активом. 9 человек активистов, ну это как бы определенное у нас собранием, а в целом актива намного-намного больше. У каждого свои функции обозначены. Вот так вместе и решают вопрос, если праздник, то собственными силами, если благоустройство территории, сообща. Во дворе красуется детская площадка, у подъездов новые скамейки, планов много. В первую очередь хотим с отоплением поработать. Не с трубами, в смысле, а с регулировкой, с автоматикой. Сейчас ищем проект. Ну, это дорогостоящее, но это цель есть такая у нас и желание. Главное, что есть взаимопонимание и стремление сделать жизнь лучше, а иногда и душевнее. Зря говорят, что законы добрососедства остались в стране советов. У нас замечательные отношения с соседями, дружеские, яркие. В гости друг к другу ходите? Ходим. Но соль это как традиционно, да? А так, конечно, просто прийти выпить чашечку кофе, чая, поговорить о жизни, рассказать об успехах, о проблемах, поделиться. У нас вот есть такие соседи здесь. Все зависит от нас самих, что вот как мы воспитаны, как мы привыкли жить, какой уклад у нас уже сложился традиционно, как мы общались в детстве со своими соседями. И это все переносится сейчас в эту жизнь, поэтому и молодые, мне кажется, тоже хорошо умеют дружить и общаться именно с соседями. Искренние эмоции добрых соседей. Им учат и детей, чтобы знали, за стеной всегда есть тот, кто поддержит в трудное время и разделит любую радость. Должны смеяться дети, и мы радуемся.